Мы серьезно готовились к этому матчу. Ожидали жесткой игры от соперника. Мы это и получили. Соперник внес тактическое изменение, тактические, поэтому мы к этому были готовы. Ребята молодцы, выполнили установку на игру. Готовимся к следующей игре. Спасибо большое. Коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы, у кого есть. Матч ТВ, пожалуйста. Если искать отличия между первой игрой и этой, понятно, что их довольно много, но, мне кажется, одно из важных, все три гола сегодня были забиты в рамках состава. Что изменилось в компоненте игры в большинстве? Связано ли это, может быть, с изменением в составе в игре соперника? Ну, соперник перестраивается и тактически, и уже команды узнают друг друга лучше, поэтому мы были готовы к этому. Сегодня здорово они сыграли в меньшинстве. И, конечно, плюс то, что мы забили в равных составах, и все отработали едино, командно, все работали на команду. Поэтому следующая игра очень важная, мы уже готовим к следующей игре. Роман Борисович, пока вот определяющий в этих двух матчах это второй период получается. За счет как-то дальней лавки играете или вот сегодня просто ну, так получилось, что забросили? Ну, вы знаете, это наша домашняя работа, которую мы проделали, домашнее задание, которое мы выполняем постоянно. Это наша тактика. Конечно, по понятной причине могу рассказать все секреты, но мы это отрабатываем постоянно. И дальше будем эти детали улучшать с каждым матчем. Хотим, конечно, и в первом периоде лучше сыграть, и не только во втором. Ну вот сегодня жесткая игра была, поэтому нам пришлось перестраиваться, вносить корректировки по ходу матча. Поэтому мы выполнили установку. Ребята молодцы, все бились, все ловили шайбы на себя, сыграли на команду. Момент. По ходу дела возникла такая интересная заготовка, я не знаю, как ее назвать. Комаров, Тимкин, Бардаков. То есть такие силовички, да, ребята? Это игрой было вызвано тем, что соперник как-то жестко играл? Ну, с чем? Ну, мы работаем по ситуации, по факту, поэтому в тех моментах, когда они выходили, это было, да, это осознанное решение для того, чтобы проявить их лучшие качества. И я так понимаю, что в конце вы пытались их выпустить, когда вот такая заварушка там возникла и не получилось? Да, мы хотели выпустить их с точки зрения игры 5 на 6, потому что мы ждали, что главный тренер «Динамо» снимет вратаря, поэтому мы были к этому готовы. И по Лехтонину вопрос. Человек просто, ну, феноменальное игровое время. Там в третьем периоде, по-моему, два раза сел на лавку. Вообще откуда у него сила? Он вообще человек, вот что он столько выдерживает. Ну, это подготовка всей команды. Мы очень много уделяем внимания физической подготовке команды, потому что у нас энергозатратная система игры, и физическая подготовка – это очень важная часть нашей системы. Мы играем по нашей системе. Микко Лехтонен, он готовится по нашей системе, как и все остальные игроки. Он, да, находится в хорошей форме, поэтому он может получить то игровое время, которое он заслуживает. А как вы оцените эффективность тайм-аута, взятого в середине игры? Ну, по факту мы не забили, но с точки зрения мы дали ребятам возможность набраться сил, мы дали возможность тренерскому штабу нарисовать схему розыгрыша еще раз, так как соперник перестроился в игре в меньшинстве, мы использовали для того, чтобы наша первая бригада большинства могла спокойно подготовиться к этому розыгрышу. Надеюсь, что в следующий раз мы забьем. Все, спасибо большое. Да, еще раз хотел поблагодарить наших болельщиков. Мы очень рады, что все вернулись на трибуны и ждем всегда всех на наших матчах. Спасибо большое.